Так, вот моя новая копилка. Это банкомат, тут есть премия. Есть дата, будильник и калькулятор, например. 7. И тут умножить. Умножить на 7 равно 49. Так. Чтобы внести деньги в банкомат, нужно иметь свою карточку. Вставляем ее вот сюда. Вот у нас пикнул. Берем 1 рубль. Вставляем сюда. И он показывает, что у нас 1 рубль. Потом берем 2 рубля. Сумма показывает, что это 2 рубля. Берем 5 рублей. Всовываем, показывает, что это 5 рублей. И наконец-то берем 10 рублей. Всовывает. И он показывает, что это 10 рублей. Так, мы только 10 на сумму. Вот так вот. И также он принимает копейки. Вот, например, 10 копеек. Вот. Чтобы открыть нам эти деньги, нам понадобится проверить наш баланс. Так, баланс у нас почему-то 20, а, да, 28 рублей. Но на самом деле там 18 рублей и 1 копейка. Так, сейчас откроем наш. Так, берем 8, набираем 18 рублей и 1 копейку. Потом опять и наводим свой секретный пароль. И у нас так вот открываются деньги. Мы их можем взять отсюда. И если мы не успеем забрать в течение 15 секунд, то он запищит. Слушай. Вот, как видите, он пищит, но он не перестанет пищать, пока мы не откроем это. Так. Мы можем нажать цель. Цель у нас достичь 20 рублей. 20 рублей. Цель. Да что с ним не так? Так, ну хорошо, день 13. Что он не набирает? А может, просто надо убрать карточку? Нет, так нельзя. Ну, в общем, вот мой банкомат. А, да, точно, еще кое-что. И последняя функция этого банкомата. Сюда можно класть купюры. Так, возьмем. Ой, точно, 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 точно. Теперь кидаем нашего пациента вниз. Мы начкинули 100 рублей. Снос денег. 100 рублей. И еще раз снос денег. Все, теперь проверяем баланс. Видите, у нас уже 110 рублей получается. Так, ну давайте возьмем наши деньги. Все денег. 110 рублей. И пароль. Так, видите, зажигается. Мы можем взять, вот там что-то 100 рублей лежат. Ну и вот и все, это весь банкомат. С вами был Егор. Всем до свидания, всем бай-бай.